Общегородской праздник, посвященный Дню защитников Отечества и столетию образования российской армии, искитимцы отметили 21 февраля концертной программой и возложением цветов к мемориалу славы. Мы направили на службу ребят по призыву. У нас проходит 129 человек военную службу по призыву. Также у нас много ребят, которые выбрали своей профессией Родину защищать, то есть стали офицерами Вооруженных сил Российской Федерации. И также есть ребята, которые пошли служить на военную службу по контракту. Конечно, мы всех поздравляем, желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Военной удачи. В День защитников Отечества страна традиционно чествует своих доблестных солдат, офицеров и уважаемых ветеранов. А 2017 год стал еще и юбилейным со дня образования современной армии. 22 февраля советское правительство выпустило декрет «Социалистическое Отечество в опасности». Спустя сутки, 23 февраля, в Петрограде, Москве и других российских городах началось массовое принятие добровольцев. Первое испытание прошло под Псковом и Нарвой, где вступили в бой с кайзеровскими войсками. Вскоре Красная Армия стала мощной силой, отразившей интервентов стран Антанты и Австро-Германского блока. Гражданская война и советско-польская, бои с японцами на озере Хасан и Ханкенгол, советско-финская и Великая Отечественная – таков победоносный путь нашей армии. В ходе кинохроники присутствующие окунулись в историю возникновения и становления армии нашей страны, которой в разные годы приходилось защищать рубежи державы и отстаивать интересы народа в войнах и принимать участие в локальных конфликтах на территории смежных дружественных государств. Это праздник людей мужественных и сильных, истинных патриотов своей страны. Во все времена главнейшая задача мужчин была защита Родины и своей семьи. Поэтому День защитника Отечества – это символ мужества и патриотизма. Этот день олицетворяет собой всю силу и мощь российской армии. И поэтому я желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Ну а всем присутствующим желаю мира, спокойствия и стабильности. С праздником! Военный духовой оркестр из Новосибирска придал празднику возвышенное, торжественное настроение. Военный комиссар города Искитима Павел Ахмедович Дурандин адресовал поздравления всем тем, кто служил на благо Отечества, несет боевую вахту сегодня или только готовится вступить в ряды российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь Великой России. Какими бы ни было отношение общества к сложным периодам истории нашей страны, никто не вправе ставить под сомнение солдатскую доблесть, верность присяге, готовность к защите интересов Родины, проявленные солдатами и офицерами на полях сражений. Они честно и до конца исполняют свой воинский долг. Сегодня 129 жителей города Искитим с честью служат в вооруженных силах Российской Федерации. Командиры воинских частей, несмотря на свою занятость, обусловленную большим объемом выполняемых задач, направляют нам отзывы о службе наших ребят. Приятно отметить, что большинство из них носят положительный характер. Накануне Дня защитника Отечества в мой адрес поступили письма от командиров воинских объединений. В них командиры сообщают, что в частях служат военнослужащие, призванные с города Искитим. Ребята сразу обратили на себя внимание своей допризывной подготовкой. Легко переносят ежедневные занятия, многокилометровые марш-броски, полевые выходы, выдерживают строгий режим армейской жизни и не пытаются уклониться от выполнения возложенных на них служебных обязанностей. Личная дисциплинированность, образцовое поведение является жизненной нормой. С полной уверенностью можно сказать, что эти воины-искитимцы оправдали наши надежды. В канун праздника теплые поздравления, благодарности от имени главы города были
призыву. Военком доложил о проделанной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в городе и заверил, что многовековые ратные традиции будут поддерживаться и продолжится деятельность по укреплению авторитета государства. И идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Копаты рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает. Подвиги героических предков являются примером для ныне живущего поколения. В День защитника Отечества были возложены цветы к мемориалу ушедшим на фронт и не вернувшимся обратно искитимцам. Почетное право возложить памятную корзину с цветами предоставилось воспитанникам общественной организации «Союз ветеранов воздушно-десантных войск специального назначения и родов войск». В торжественно-траурной церемонии участвовал глава города Сергей Владимирович Завражин и начальник отдела военного комиссариата Новосибирской области по городу Искитиму и Искитимскому району Павел Ахмедович Дурандин. А нынче гранитные плиты, здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата.